А я попробую сходить на выставку. Здесь на Михайловской улице, недалеко. Выставка Ольги Антоновой. Щербаченко арт-центре. Под названием «Неназванные формы». Вот как раз дошла до поворота на улицу Михайловская, 22А, а мне надо 22В. Не знаю, это вот по этой или надо вниз идти. Сейчас посмотрим, поищем. Скорее всего, вниз надо обойти. Обхожу. Захожу в маленький дворик, где находится арт-галерея. Так, это Б, Михайловская, 22Б. Мне надо В. Гравида. Наверное, еще сюда. Еще один дворик. Дворик во дворике. Г. А мне надо В. Ага, вот сюда. И вот вторая попытка моя попасть на выставку. Ольги Антоновой, по-моему, здесь. Сейчас посмотрим. Неопределенной формы. Что-то сделано. А, проволока. Ну, так она видит. Это что? Тоже проволока. Вот такие необычные. Нарисовано. Чем нарисовано? На холсте. Что вы видите в этой картине?
есть блестящие, матовые. Достаточно большие. Это полтора на полтора. Границы. Лимиты холста. Чему границы используют? Чи потрібні нам границі? Наскільки вони реальні? Чи є вони підокремленими? Чи вони просто пауза? Простір між? Удушя. Удушя всередині границі. Удушя всередині границь холста. Форма, яка в пастці, лінії, які рухаються колом, лінії, які ніколи не зустрінуться, лінії, які оточені іншими лініями, відчуття повної ізоляції, водночас відчуття надміру, відчуття поводу. Ліміти холста не дозволяють форму втекти. Ці ліміти дуже видимі, вони занадто реальні. Форма велика, форма має плоть. Не хочеш, щоб вона виходила за межі холста. Тому що спочатку ти хочеш зрозуміти, що ти бачиш. Чи це обличчя, чи це орган, чи це овоч. Чи відчуваєте ви самотність, коли дивитесь на мене? Чи я приваблю вас? Чи я лякаю вас? Чи переповнюють вас емоції? Або навпаки, можливо, ви відчуваєте спокій. Що виставка платків Ольги Антонової? Тут як ленточного, типу, і большого розміру. І от звична косиночка, скільки вона стоїть? Не, если так прям специально, я просто, мне интересно, сколько же она, если вот так вот. А это шелк или да, нет? Это шелк. Угу. Размер не скажите? Ничего, ничего. Ага. А ну, у них вообще вот есть Instagram, Artcap. Ага. И там можно. Ее фамилия написана. Какая молодец. А какой ее возраст? Хоть пример. На год. Ага. 88 года. А, угу. Ей 30. Довольно-таки молодая. Умничка. Это она в Германии сейчас, да? Даже на ручку такие вот повязочки.
Есть, да? Так, вот я вышла из музея, арт-галереи. Здесь типа еще есть студия музыки или театр. Идут уроки на фортепиано. Вот так стены расписаны в Киеве. А я возвращаюсь домой. Всем солнечного, хорошего дня. Всего самого наилучшего. Пока!